Татьяна Навка получила от Александры Жулиной, своей старшей дочки, очень ценный подарок. 18-летняя наследница олимпийской чемпионки стала отличницей. Прошлым летом она поступила в МГИМО, где на днях сдала свою первую в жизни сессию. Татьяна гордится успехами Александры. Она поделилась фотографией зачетки своей дочки и рассказала о том, как рада была узнать, что ее дочка – отличница. «Вот такой подарок преподнесла мне моя старшая дочь в Татьянин день и день студентов. Это лучший подарок. Горжусь и люблю тебя, моя девочка», – написала Навка. Александра, разумеется, тоже очень гордится своим достижением, но боится, что в будущем у нее будут не такие блистательные успехи в учебе. «Первая и последняя успешная сессия», – грустно пошутила Жулина в соцсетях. К слову, из-за учебы старшая дочка Татьяны в этом году пропустила семейные каникулы на Мальдивах. Сейчас Навка с младшей дочкой, сестрой, племянницей и мамой отдыхает на райском острове. Фигуристка публикует идиллические семейные портреты в одинаковых нарядах. А в остальное время размышляет над тем, какую тему выбрать для своего нового ледового шоу. Надежда, младшая дочка Татьяны, мечтает увидеть ее в образе русалки и, похоже, Навка всерьез задумалась над этой идеей.